Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня у нас с вами потрясающий вопрос о диете воина. Это мега вообще диета. Сейчас вам всю правду расскажу. Поехали разбираться. Вопрос, который к нам сегодня прилетел, звучит следующим образом. Алексей, подскажите, пожалуйста, что вы думаете о диете воина? Грубо говоря, обжираловка. И это абсолютно правда, ребята. Диета воина – это питание один раз в день. Вроде бы как похоже на то, что делаю я, но только вы можете позволить себе все, что хотите, и при этом вроде бы как сбрасывать лишний вес. Вы знаете, диета воина, ребят, это очень хороший способ сохранить расстройство пищевого поведения, при этом терпеть голод весь день и при этом халеять или леять себя мыслью о том, что вечером я упаду лицом в медовик так сильно, что меня будет тошнить потом два раза, и на следующий день ты борешь голод, борешь, терпишь и ждешь, когда же тебе можно снова будет съесть кучу сладкого, желательно кучу мяса. В общем, по-хорошему, диета воина, ребята, это ты ешь все, что ты можешь съесть, только в течение очень ограниченного промежутка времени, или, если быть точным, одного приема пищи, что я также не приветствую. Если вы хотите практиковать интервальное или периодическое голодание, во-первых, я приглашаю вас, вот где-то по углам будет разбросана ссылка о том, что это такое, чтобы вы понимали, для чего используется отсроченный завтрак, правильно, как практиковать интервальное голодание. Во-вторых, я прошу запомнить и понять, что то, что вы отсрочили свой завтрак, не дает вам права есть все, что вы хотите. Точнее, это ваше полное право, но если мы говорим о долге перед своим организмом, каждая клеточка вашего тела строится из того, что вы едите, ребята, мы это то, что мы едим. Если вы будете сохранять расстройство пищевого поведения, прикрывая его такими очень громкими названиями, как диета воина, это все прекрасно. Но ваше тело все равно будет покрываться прыщами, будет иметь лишний вес, будет инсулинорезистентно, и прошу, пожалуйста, во-первых, инсулинорезистентности видео можете посмотреть по сторонам, что это такое, во-вторых, также по сторонам будет у здоровья печени какое восстановить видео. Ребята, дорогие мои, от всего сердца приглашаю вас, присоединяйтесь к моему мощнейшему проекту ПГ-марафон. Что такое ПГ-марафон? Это невероятный 21-дневный проект, в котором мы работаем над своим здоровьем, долголетием, избавляемся от лишних килограмм, мотивируемся, учимся готовить и тренируемся, все вместе. Общение и мотивация – это главная наша цель. Смело и уверенно раскликивайте описание этого видео, и там вы найдете инструкции, как присоединиться к нашим рядам. Спасибо. Родные мои, пожалуйста, практикуйте интервальное или периодическое голодание. Можете даже не делать этого, но следите за здоровьем и чистотой своей диеты. Подчеркиваю, мы это то, что мы едим, и клетки наши строятся из того, что вы будете съедать. Поэтому никаких диет воина. Пожалуйста, постарайтесь исключить такие вещи, как интуитивное питание, к диете воина относится. Потому что по интуитивке, если я чувствую сегодня, я могу съесть бургер. А завтра, если я чувствую, я могу съесть какие-нибудь дичь суши с кучей белого риса. Вот это, пожалуйста, уберите. Кушайте не по правилам какой-то диеты, кушайте по правилам здравого смысла. По моим правилам здравого смысла, вы едите продукты, которые живые, которые полезны, которые содержат витамины, минералы, которые не переработаны и не из упаковки и были где-то приготовлены на другой части планеты полгода назад. Это не содержит ничего, кроме мертвых калорий. Моментально вы можете от них получить удовольствие, но зато завтра мы будем мучиться от голода и сожаления то, что это съели. Пожалуйста, диету воина отставьте. Хотите использовать высокий протокол интервального голодания? Делайте это. Делайте это с овощами, фруктами, мясом, рыбой, с тем, что полезно и то, из чего ваше тело сможет построить здоровые клетки и сохраните ваше долголетие и здоровье всех внутренних органов. Мои хорошие ребята, вы же знаете, мы снимаем эти видео по тем темам, которые именно вас интересуют. Поэтому, во-первых, я вас приглашаю, пишите комментарии под этим видео с теми интересующими вас вопросами. Например, диета воина, это то, что вас интересовало, мы берем ваши комментарии, делаем вот такие интересные видео. Поэтому пишите то, что интересует, в секции комментариев. Если будет у вас возможность, пожалуйста, ставьте большой и мощный лайк этому видео. Конечно же, подписывайтесь на канал рядом с этим всем мероприятием. Там же можно нажать звоночек, чтобы вам приходили уведомления каждый раз, когда выходит видео. И если сочтете за необходимость, буду безумно рад и признателен, если поделитесь этим видео с кем-нибудь, кто вам дорог. Спасибо.